Ставь лайк и пиши в комментариях, куда именно ты попал. А ищите накрутку монет по хорошим ценам, тогда для вас ссылочка в описании, а также мой промокод. Но будьте внимательны, накрутка идет на ваш страх и риск. Парни, всем привет, с вами Влад Капуза. Сегодня буду получать вместе с вами OneBus. Но, конечно, его затестировать не смогу, потому что у меня вообще интернет такой слабейший. Я тут еле-еле нашел, где записать видеоролик, потому что интернет нигде тупо не ловит. Давайте сейчас постараемся это сделать. 15 тысяч очков Лиги Чемпионов. Ребята, вы себе можете такое представить? Я этот ролик где-то так в среду выпущу, сегодня понедельник. Кстати, кто угадает, где я нахожусь, тому закину, первому, кто напишет в комментариях, где я нахожусь, тому закину 200 рублей на ваш киви счет. Что скажете? Так что с вас лишь лайк, подписка на мой канал, ну и в комментариях написать, где я сейчас нахожусь. Жду ваши ответы. Мы пока что начинаем получать. 1000 жетончиков тратим. Я надеюсь, что загрузится, потому что нам будет обидно. Блин, опять проблема подключения. Вы себе даже не можете представить, как это сложно тут это все сделать. Получили игрока, но, к сожалению, он мне не записал это, что получил игрока. Давайте перейдем еще раз в события. Будет стараться сделать так, чтобы хотя бы игроки были вам видны, потому что будет неприкольно, если вам не покажу открытие это. Так, первого игрока мы забрали на Бикета. Забираем 2000 очков, мы потратим сейчас. Пожалуйста, интернет прогрузись. Блин, опять эта проблема с подключением. Тупо ничего не дает забрать нормально. Ой, ребята, даже не знаю, что делать. Проблему, вот эти вот, тупо проблему на проблеме. Ошибка входа. Все из-за того, что интернет очень слабый тут. Блин, набор Лиги Чемпионов открылся, на Бикета получил, так что, блин, пипец, парень, так сложно это все сделать. Подваю, жуть. Сейчас я поставлю все нормально, когда... Поменял немного локацию, на Бикета я получил ЦП, 92 рейтинг. Заберите еще предметы. Пожалуйста, надеюсь на то, что не буду лагать, но и нормально уже заберу все награды нужные. Так, четвертьфинал. Так, Ван Бастен, 12 тысяч очков, все ради него, пожалуйста, ну, интернет, не подводи меня. Я очень хочу получить его карточку. Проблема подключения. Ну, что такое? Тупо Ван Бастен не мог получить. Роутер прямо у меня над головой находится и, блин, постоянно выкидывают. Постоянно всякая фигня получается. Я не могу понять, что такое. Так жестко с интернетом тут. Проблема подключения. Я понимаю, что проблема максимально тренировочная. Так, 5, блин, ну. Вот тут тупо роутер находится. Что с ним не так? Объясните мне, пожалуйста. Что с роутером не так? И где я не могу забрать нормального игрока? Вы открыли возможность тренировать игроков до общего 100. Пожалуйста. И что, он сразу получился и все? Блин, даже эффекта не испытал. Прикиньте, парни. Тупо не было эффекта выпадения Ван Бастена. Меняем местами. Ван Бастена оставим сюда. Так, рейтинг состава 118, ребята, блин, к сожалению, не получилось нормально вам показать, как я забрал Ван Бастена и остальных игроков, потому что, ну, просто-напросто интернет тут вообще не грузится, я не понимаю. Сижу напротив роутера и не грузится интернет, я не представляю, что так, почему вообще такое происходит, то, блин, хрен вообще какие-то события сумею пройти. Давайте, ребята, постараюсь играть хотя бы одну игру в режиме атаки за карточку Ван Бастена, посмотрим, насколько он хорош будет. Равную игру не смогу сыграть, потому что, ну, просто-напросто интернет вообще ни в какую не идет. Я не знаю, вот еле-еле у меня появилась на пару минут возможность для того, чтобы сыграть в режиме атаки. Взял карточку Ван Бастена, и самое смешное, из-за того, что сбой в интернете не запечатлил момент, когда он выпадает. Охренеть, блин, называется фарт года. Лакер года, можно так сказать даже. Сейчас рулится уже, я не знаю, сколько времени. У вас, я думаю, это максимум пройдет, ну, секунд 10-15. У меня это уже проходит минуту где-то так, именно чтобы загрузить матч в режиме атаки. Для того, чтобы сыграть на протяжении 1 минуты 30 секунд, нужно ждать 5 минут. Как так вообще играть? Как мне вообще проходить события? Я не понимаю, что тут делать можно. Блин. Почему так все сложно с интернетом в других странах? У меня, блин, в Украине интернет тупо летает везде. Где бы я ни был, везде летает. О, наконец-то загрузилось. Пожалуйста, хотя бы один матч сыграть. Показать, на что способен Ван Бастен. Это играть моего соперника 116, Игуаин, кровь. Блин. Надеюсь, повезет. Хотя бы парочку моментов для того, чтобы проявить во всю мощь карточку Ван Бастена. Так, полетели. Месси. Выбиваем мяч. Кровь.
Занетти тут, ух ты, помешал, но отличный момент. Месси. 1-1. Дембеле. Два-два. Кройф у мяча. 3-2. Месси. Пока что у Ван Бастена вообще не было моментов. Блин, сыграл бы в равную игру, но не могу. Опа, пробиваем. Ван Бастен. Красавчик. Месси. А ну-ка, Кройф. Ван Бастен. Да. Наконец-то. Ух ты, как у него плюха, блин. Нихера себе. Крис Моллин. Да, не получается, не получается. Забиваем 7-й гол, 7-3 играем. Дембеле. 8-3. У Ван Бастена вообще моментов нету. Ну-ка, Ван Бастен забивает, 9-4. Но пока что мне карточка Ван Бастена пипец нравится. Такой быстрейший, все моменты свои использует. А ну-ка, давайте еще один гол забьем. 10-4 играем. 11-5. Ой-ой-ой, блин, а Мэри забей еще один гол. 11-6 мы сыграли, давайте постараемся еще один матч сыграть. Надеюсь на то, что получится. Нет, не получилось, проблема со связью уже сразу пошла. Сделаю для вас еще один такой вот матч в режиме атаки. Равную игру даже не буду запускать, потому что мой соперник там просто-напросто меня захочет кильнуть. Да и вообще не получится сыграть нормально. Так, забрать предметы. Но самое главное, что Ван Бастена получили, конечно, эффекта не было того выпадения, самого главного, которое вы ожидали. Прошу прощения за это. Но что есть, то есть, я старался ради вас для того, чтобы вам показать. Большое спасибо Жеке. Вау, 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 123 рейтинг аккаунта. Моего соперника у нас 118, я не знаю, что тут будет сейчас. Походу такой разрыв будет жесткий, я чувствую, меня так выносить будет. Ну ладно, сыграем. Хотя бы здесь надеюсь, что Ван Бастена будут моменты. Опа, Ван Бастен, да. Ух ты, а ну-ка, если мы сюда пробьем. Офигеть, 1-0. Ван Бастен снова. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть совсем не хватило. Сбивают нас, ни хрена себе. Штрафной удар. Забьем отсюда? Да, блин, не забил. Офигеть. Давай на него. Блин, вообще не идет, не идет. Ну пока что Ван Бастен забил хоть свой первый гол. 2-2. Так, отбивает, блин. 3-3 играем. Тяжко играть Дембеле у мяча. Вообще не идет играть, честно вам скажу. Вау, 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 сложно играть против такого соперника. Попробуем отсюда забить. Да ну не получается. 3-4 играем. Кровь. 4-4. Времени осталось совсем мало. Ван Бастен. Давай, Ван Бастен, пожалуйста. 5-5. Еще один момент. Блин, ну отобрал мяч. Мы сыграли, походу, со счетом 5-5. Парни, я сыграл со счетом 5-5 против вратаря 123. У него отличных моментов было 5, хороших моментов 9. Вы себе можете только представить? Охренеть. Многие сейчас напишут в комментариях, да я бы лучше тебя сыграл, у тебя руки жопы, ты не умеешь играть. Ребята, если вы умеете хорошо играть, то показывайте, как вы хорошо играете, скидывайте свои скриншоты, докажите, что вы лучше, а не то, что, знаете, на словах все пишут, типа, руки жопы и так далее. Вот попробуйте сыграть против 123-го рейтинга, потом скажите, как вы играете. У него на 5 выше рейтинг, нежели чем у меня. Вот такой вот. Я надеюсь, то, что вам понравился мой ролик. Извиняюсь, конечно, то, что Ван Бастен именно взял, но не так, как хотелось бы. Но что поделать? Это не из-за меня такие вот проблемы, вот честно. Я старался сделать максималочку, чтобы вам понравился мой ролик. Не обессудьте. Спасибо большое каждому из вас за просмотр моего ролика. И всем вам до скорых встреч. Всем вам пока.